Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинают прямую трансляцию матча шестого тура высшего дивизиона. Сегодня «Динамо» и «АПС» сыграют на Флотской. И, как бы это ни звучало, может быть, неожиданно, достаточно, особенно если судить по началу сезона или говорить о предсезонных раскладах, играют лидеры чемпионата. «Динамо» — лидер единоличный. «АПС» входит в число команд, которые «Динамовцев» преследуют. Так было до начала стартового тура, но, точнее, сегодняшнего тура, но в любом случае, даже с учетом тех результатов, тех матчей, которые были сыграны, команды все равно входят в лидирующую пятерку. Об этом поговорим чуть позже. Игра началась. Динамовцы в сине-белой форме, естественно, как обычно в этом сезоне. АПС сегодня в белых футболках и черных штанах. В общем, такой уже, может быть, осенний вариант. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Главный арбитр сегодняшней встречи Александр Морозов. Резервный арбитр Игорь Елисеев. Ну и смотрим футбол. Давайте сейчас по стартовым составам пробежимся. После этого и о таблице поговорим, и о результатах тура, и о том, какую интригу в себе таит эта встреча. Итак, динамовцы, хозяева поля по календарю. С них начинаем. В воротах Игорь Гришин, номер 30. Три защитника слева направо. Илья Чижиков, 6-й, Евгений Корнилов, 3-й, Кирилл Орлов, 18-й. В опорной зоне Андрей Тыняный, сегодня под 14-м номером. С левого в полузащите Денис Киселев, номер 8. Справа Никита Митин, номер 77. И на острие Дмитрий Голышев, номер 7. Ну вот, 14-й номер Тынянова как раз связан с тем, в сегодняшней игре связан с тем, что изначально-то переходил он в «Динамо», когда Голышев был, ну, можно сказать, что и отзаявлен. Я там сейчас не беру юридический аспект, действительно выпадал из заявки или нет, сейчас и не вспомню. Ну, в общем, сезон без него команда начинала. Тыняный взял семерку. Но потом Голышев вернулся во многом благодаря Максиму Бородкину, руководителю команды. Он в этого футболиста верил. Ну и действительно, Голышев футболист хороший, забивной, как нападающий. Плюс проявил себя в последние годы универсалом и играл на разных позициях. В итоге вернулся в команду, взял себе свой 7-й номер, а Тыняному наклеили единичку перед семеркой на футболку, и Тыняный под 17-м таким образом стал выступать, но совершенно банальная причина. Отклеился номер, и сегодня вот под 14-м этот футболист выступает. Ну, в общем, Тыняный за первый матч одним из лидеров команды стал. И вообще, те переходы, которые динамовцы осуществили в межсезонье, в общем, пока играют. Илья Чижиков и Андрей Тыняный здорово влились в коллектив, играют. Любой может быть, такого нет ярко выраженного лидера по результативности, но, тем не менее, еще неизвестно, что лучше иметь такого игрока, как, например, Артак Григорян в «Интере», или располагать целым рядом футболистов. Сейчас динамовцы очень мощную атаку привели, как раз Голышев был на острие, и потом Митин сыграл на добивании, но Яснов сначала выручил команду, а затем зря я заговорил об отсутствии такого ярко выраженного бомбардира, потому что в составе АПС такой футболист есть. Это Василий Мелентьев. И давайте сейчас быстро представлю состав
Ну, бело-черных, бело-серых, может быть, даже по этой игре. Ворота Дмитрий Яснов. У него 21 номер на футболке. Три защитника в центре. Михаил Лобанов, номер 14. Слева Гаги Петросян, 18. Справа Глеб Волков, 13. Вахтанг Мепаришвили, номер 27 в центральной зоне. Рядом с ним Марат Сабиров, номер 3. Евгений Овсяников, номер 99. И Василий Мелентьев, номер 15. Пара нападающих. Как они будут играть? Как будут располагаться на поле? Может быть, где-то в оттяжке? Может быть... вдвоем на острие и фактически оставляя всю линию полузащиты своим партнерам. Посмотрим по ходу матча, пока динамовцы контролируют игру и большой инициативой, большим преимуществом владеют. Но по-настоящему опасных моментов пару мы увидели. 5 минут сыграно. В общем, ну так... предсказуемо пока все развивается. APC в этом сезоне немножечко иначе стал играть. За счет длинных передач в большей степени, меньше контроля мяча в середине и в расчете как раз на своих бомбардиров. Наверное, поэтому вот такое статистическое превосходство Мелентьева над партнерами. У него 7 забитых мячей. Он второе место до начала тура занимал в списке бомбардиров. Посмотрим, останется на нем или нет. Главный его конкурент Артак Григорян сегодня 2 мяча забил. У него 11 стало. В общем, после того, как Азимут прекратил существование, наверное, у Григоряна таких прямых конкурентов и не осталось. Но вот Мелентьев обладает всеми качествами для того, чтобы спокойно больше 30 мячей забивать. Много будет зависеть от команды, но команда на него играет, естественно, пользуется его вот этой способностью, его голевым чутьем, умением решать моменты. Голышев сейчас перед штрафной, неточная передача, и здесь контратака у APC не получается. О турнирной таблице я сказал в самом начале. Необходимо, наверное, еще несколько слов произнести по этому поводу. У динамовцев 10 очков после 4 игр. Команда до начала этого тура единолично лидировала. Поскольку была пауза в чемпионате Северной лиги, в высшем дивизионе, лидировала единолично целых 2 недели. Но у целого ряда команд было 9 очков, в том числе у Невы, Гефеста, APC, Легиона и Интера. Хотя с Интером ситуация странная. Вот та игра против Стеллы, которая не состоялась, она до сих пор ее результат, технический результат, как предполагается, в официальных источниках не отображен на сайте лиги, как минимум. Ну, а насколько я уточнял, вроде бы там дело решенное. Технической победы Интер не лишится. Но мы вот так вот прибавляем 3 очка, а потом выяснится, что будет переигровка. Сейчас и у APC, смотрите, момент возникает немножечко стихийно. Мелентьев в центр сыграл на Овсяникова, тот не успел... к мячу как следует не смог ногу поставить, но было опасно, потому что защитники по этому футболисту не сыграли, как-то пустили его из виду, и он совсем один перед воротами оставался. Так вот, по ходу этого уикенда уже свои матчи провели Нева и Интер, добились побед. Нева вчера обыграла Пресню, Интер сегодня выиграл у Энергомаша. Поэтому у этих команд уже как бы по 12 очков. Также 3 очка заработал Гефест. Он должен был сыграть с Азимутом, но Азимут с чемпионата снялся, поэтому техническая победа Гефеста. И динамовцы таким образом на 4-м месте располагаются на данный момент. APC следом, и рядом с APC Легион. Легион тур пропускает из-за участия в чемпионате России. Но Легион, я так предполагаю, что... на Сетунь Парк планировал поуспешнее выступить и в воскресную стадию пробиться. Поэтому игра была перенесена. Ну, там не получилось так. Но сейчас момент у Динамо. И здорово играет Яснов. Отбивает удар Дениса Киселева практически в упор. Давай, давай, давай.
Милентьев налево подключает Петросяна. Здесь можно попробовать из-под защитника пробить. Тыняна очень внимательно на ногах отборолся и не купился на финты 18 номера электроников. Здесь Киселев за счет дриблинга в центр уходит. Тыняны сходу бить не стал. Через Голышева играет. Пока матч без центра поля совершенно. Все события у ворот обеих команд происходят. В большей степени у ворот Яснова, в меньшей степени у ворот Гришина. Но моменты и у тех, и у других. Еще один результат назову. Результат, который мог бы повлиять на расположение команд верхней половины таблицы. Голдшарк сыграл вчера в ничью с Бедой, причем упустил победу в самой концовке. Но матч был очень интересным и живым. Беда, в общем-то, ничью как минимум заслужила. Да и вообще, первый открыл счет. Первый открыл счет, да. Вот, естественно, как будто бы можно вторыми открыть счет. Первыми забили футболисты Беды. Георгий Попович, очень красивый дальний удар, исполнил. Но в итоге 2-2, и я думаю, что это самый справедливый финал этого матча. В любом случае, Голдшарк набрал всего одно очко, и у него теперь 8, а могло бы быть 10, и могли бы акулы с динамовцами сравняться. Ну и ЦДК замыкает восьмерку. Сегодня вечером армейцы играют с МЗКП. Армейцы участвовали в чемпионате России, но свою игру переносить не стали. В финальную тройку, финал трех, как в чемпионатах России это называется, ЦДК пробился, но там выступил неудачно, два раза проиграл, в итоге бронзовые медали только лишь. Может быть, это и неплохой результат вот так вот для любой команды, но для ЦДК, обладающей сумасшедшим составом, пожалуй, все места, кроме первого, это определенная неудача. Вот такое положение в первой восьмерке, поэтому сегодняшний матч для динамовцев важен в том отношении, что команда может лидерство сохранить или упустить. Ну а для APC открытие сезона, сейчас такая горячая пора начинается. После трех побед на старте APC в упорном матче уступил Гефесту 1-2, хотя там далеко не оптимальный состав был. Ну и вот сегодня «Динамо». Проверка. Проверка зрелости, проверка способности решать большие задачи. А перед командой, в принципе, задачи стоят. Наверное, не чемпионские. Было бы глупо ставить такие задачи в первый сезон в высшем дивизионе. Но задача закрепиться, задача уверенно выступить. Как минимум попасть в первую восьмерку. А там уже посмотреть во второй части чемпионата, что будет получаться. Способна ли команда расти, усиливать свой состав и так далее. У динамовцев только медальные задачи. Опять же, многие относят «Динамо» к фаворитам второго эшелона, так называемому. Есть «Интер», «Гефест» и «ЦДКА». Они как бы выделяются по составу и по, скажем так, организационным возможностям. Но «Динамо» тоже в этом отношении все в порядке. Поэтому при удачном раскладе динамовцы могут в борьбу за медали ввязаться. Собственно, победа над ЦДКА примерно об этом нам и говорит. В том матче динамовцы сыграли намного сильнее, и ЦДКА, по большому счету, особенных шансов не имел. Ну а поскольку затем армейцы в чемпионате обыграли «Интер», то получается, вот получается то, что получается. Это не значит, конечно, что «Динамо» теперь непременно «Интер» тоже должно обыгрывать, но в любом случае, вот примерный расклад сил на сегодняшний день таков. Ну, давайте на поле возвращаться. Здесь, собственно, характер игры не меняется. Бело-голубые атакуют. APC старается контратаковать, надежно защищаться. Где-то везет команде, но счет не открыт. 0-0. Прошло уже почти 14 минут. Орлов сейчас с Киселевым играет на фланге.
Ну и такой полупрострел. Замены, кстати, в обеих командах уже произошли, пока мы с вами о турнирной составляющей рассуждали. Давайте представлю футболистов, которые на поле сейчас появились. У «Динамо» под 11 номером вышел Валерий Леонов. Он заменил Дмитрия Голышева. Ну и вот сейчас по расстановке Киселев оказался впереди, Леонов в центре поля. Может быть, это такое временное явление. Что касается APC, то под 24-м номером вышел Анатолий Рябко. И под 20-м Иван Тетерин вместо Евгения Овсянникова и Вахтангами Парешвили. А здесь момент. Ух, мне кажется, Чижиков подталкивал Тетерина сейчас в штрафной, но подталкивал недостаточно акцентированно для того, чтобы арбитр нарушение правил усмотрел. И скидка у Василия Мелентьева отметим. Он здорово сыграл, построился под верховой мяч. Достаточно таким интересным пасом партнера нашел на ударной позиции. А сейчас Никита Митин зарабатывает штрафной. Здесь исполнить может кто угодно. В принципе, у «Динамо» и Киселев, и Тынян, ну и прежде всего Илья Чижиков, наверное. Но это под левую ногу. Тынян вроде бы собирается бить справа. В общем, здесь, естественно, совещание сейчас будет. Киселев отходит, и вроде бы Чижиков бить тоже не собирается. Ну, посмотрим. Момент может получиться очень опасным. Яснов выставил четверых футболистов в стенку и сам почему-то за стенку спрятался. Сейчас, если в правый от Тыняна в угол пробить, то только в створ останется попасть, и не думаю, что голкипер APC с этим ударом справится. Если же прямой удар или над стенкой, то посмотрим. Ну вот Тынян и делает то, о чем я говорю. В правую от себя девятку укладывает мяч, забивает четвертый гол в чемпионате и открывает счет в этой игре. На 17-й минуте Андрей Тынян со штрафного вводит «Динамо» вперед. В принципе, это логичное воплощение того преимущества, которым бело-голубые владели в первой половине. Ну и до сих пор у меня вопрос. Может быть, с поля видится иначе. Может быть, здесь, конечно, я со своей верхотуры такую более полную картину вижу. Но мне не совсем понятно, почему Яснов сыграл именно так, как он сыграл, занял такую позицию. Я бы этот гол все-таки на ошибку голкипера списал. Рябко вперед на Мелентьева. Вот сейчас контратака может у APC получиться. Такая сложная передача, но мяч доходит до Рябко, тот бьет с лету и без проблем для Гришина. Корнилов, Киселев, Тыняный, Орлов. Митин. Киселев и Орлов. Отличная диагональ. Чижиков подключает к атаке. Чижиков простреливает в ворот. Ух, опасно. И Лобанов так рискованно достаточно, но все-таки разряжает обстановку. Выбивает мяч на угловой. Хотя, если был бы он нападающим «Динамо», можно было за голевой момент это засчитать. На линии вратарской просто попади, что называется, но он защитник. Ему пришлось даже сложнее, потому что, вы знаете, бывает, вот нападающие не забивают из таких позиций, и потом говорят, ну как ты не забил, там бы забил любого. Вот защитнику нужно не попасть в ворота в эту ситуацию, это бывает не так и легко исполнить. Ворота-то вон они какие большие. Чижиков попадает в Глеба Волкова, и здесь 13-й номер APC штрафной зарабатывает, выводя мяч подальше от своих ворот. Лобанов.
ищет варианты. Несколько раз уже пытался игру начать, ничего не получается у него. Динамовцы мобильно отходят назад, но здесь момент возникает, неудачно откидывает мяч Евгений Корнилов, и Рябко с полулета под мяч подстраивался, пробить точно ему не удалось, и мне кажется, чуть промедлил. Нужно было быстрее решать этот эпизод, быстрее к этому мячу идти, и уверен я, что были бы у Гришина проблемы. Позиция убойная и совершенно без помех бил. Ну а Евгению Корнилову немножечко не повезло. Он вроде бы головой пытался отыграть своему партнеру, а получилась скидка под удар сопернику. Леонов назад на Чижикова, Тыняны рядом. Нужно выходить из этого скопления игроков с левой бровки. Ну, вот так придумали, хотя бы мяч не потеряли, но, естественно, и атака не получилась. Замена еще одна у APC. И у Динамо тоже. Киселев отправляется отдыхать. 20 минут он сыграл. Вместо него Евгений Зиновьев, у него 33 номер, это первое появление на поле. А у PC под 30 номером вышел Антон Наумов. Динамо в атаке, Зиновьев, нет, передача в центр не проходит. Тетерин с правой ноги, с левой, наверное, не может исполнить такую передачу, пришлось так внешней. И, в принципе, пас правильный был по мысли, по ходу развития атаки, если бы передача прошла. Но чуть-чуть не хватило исполнительского мастерства. Корнилов на Чижикова. Не знаю, вот такую игровую паузу берут сейчас. Стараются разыгрывать мяч, чуть игру успокоить. Ну, потому что, наверное, понимают бело-голубые, что в такой игре без центра, в игре в атаку с обеих сторон, шансы появляются и у динамовских соперников. А когда ты контролируешь мяч, контролируешь игру, фактически заставляешь все время оппонента действовать без мяча. Зиновьев с лету после подачи Чижикова. Не получается удар, скорее скидка. И здесь APC отбивается успешно. Сабиров ставит корпус в центре. И Тыняны на нем фолит. Фолит. И затем мяч отбрасывает. И сразу же его успокаивает Александр Морозов. Волков забрасывает мяч вперед. Здесь Чижиков, Сабиров, Тетерин. Нет, ну как, здесь нужно было стараться за мяч зацепиться, потому что Милентьеву было крайне сложно эту борьбу выиграть, даже если бы он в более удобной позиции для этого находился. Зиновьев, Петросян идет в обыгрыш, теряет мяч. Тыняны на перехвате, хорош. Уходит от защитника, бьет с носка, и Яснов опять выручает. Может быть, не в угол Тыняны мяч направил, но все равно так под опорой ногу вратарю пробил. Яснов сумел сориентироваться в ситуации, сумел изменить свое положение таким образом, что его нога как раз безопорной стала и выбросил ее в последний момент. А Тыняны здорово прошел, и за счет таких финтов корпусом ушел от защитника и остался по центру совсем один. Сейчас Зиновьев, здесь нарушений нет в подкате. Волков разгоняет свою атаку, атаку своей команды, идет пока сам в проход с левого фланга на правый, и удар не очень сильный. Опять же, Гришин все видел, Гришин правильную позицию занял. И, может быть, передача в этой атаке поинтереснее бы выглядела. Но Глеб Волков уже ушел из той точки, когда можно было пас выполнять. Здесь атаку нужно было завершать уже как-нибудь. Как-нибудь и получилось. Тыняны в центре. Орлов. Направо. Зиновьев.
пошел в обыгрыш с места и не хватило финта. Прочитал эту ситуацию Гага Петросян. А здесь Валерий Леонов желтую карточку получает. Срыв атаки на 25-й минуте. В начале 25-й минуты, точнее. И это первое предупреждение в сегодняшнем матче. У динамовцев замены. Уходит Леонов, получивший горчичник, и уходит Зиноев. А также... И все, наверное, пока. Две замены, значит. И Голышев с Киселевым возвращаются на поле. Вот смотрите, сейчас Лобанов у APC поле покинул, вместо него Наумов вышел. И Наумов расположился на правой бровке, а в центр обороны Глеб Волков переместился. Справа сейчас Евгений Овсянников опять, но уже в позиции полузащитника. Сабиров, чистопорных обег. Сейчас перестановки у APC будут, потому что возвращается Вахтанг Мепаришвили. Он выходит вместо Ивана Тетерина. И это как раз возвращение к той схеме полузащиты, которая в начале матча у электроников была. Причем Мепаришвили чуть левее, Сабирову центр оставляя. Голышев назад, Орлов. Голышев и против Волкова. Ну что, у кого здесь будет преимущество? Нет, здесь у Голышева изначально как-то не получилось. И тут его Мепаришвили очень здорово обыгрывает. Передачу нужно было успеть отдать. Накрывают капитана APC. Митин, Киселев. Бить неудобно. Назад, Тыняный. И с левой ноги, но Антон Наумов внимательно сейчас сыграл, позицию правильную занял. И заблокировал. Ну вот этот выпад электроников ни к чему не привел. Там и Гришин, и Чижиков внимательны были. Причем сейчас динамовский капитан подсказывал своему вратарю, что когда выходишь из ворот, нужно говорить защитникам, как именно действовать. Но у Гришина была своя правда. Он опасался, что Чижиков может скинуть мяч головой назад, и тогда Гришин мог и не у дел оказаться. Сейчас у динамовцев момент, и Тыняный второй гол забивает на 27-й минуте с передачи Никиты Митина, но там и Голышева, отметим вообще всю атаку. Как-то очень легко динамовцы перед воротами Дмитрия Яснова оказались. И практически все без опеки, потому что вот эти передачи проходили, такие короткие, и может быть... Ничего в них не было гениального, да, но зато своевременные. И в итоге Тыняный из близкого расстояния просто ткнул в пустой угол и сделал счет 2-0. За 2 минуты до перерыва. Вот сказал я, что нет у Динамо лидера по статистике, по забитым мячам, голевым передачам, похоже, потихоньку появляется такой. Это Андрей Тыняный. Его пятый гол. Скажу также, что у динамовцев по 3 мяча провели Дмитрий Голышев и Валерий Леонов. По 2 Александр Локтионов, Илья Чижиков. Ну и еще забивали Денис Киселев и Кирилл Орлов в этом чемпионате. Так что, видите, достаточно представительный этот список. Причем у «Динамо» разница мячей была 18-6 перед началом тура. И перед началом этого матча у APC 15-7. И обе команды входили в шестерку меньше всего пропускающих клубов. По 6 пропущенных голов было у «Динамо», «Невы», «Гефеста» и «Интера». У APC и «Легиона» по 7. Но вот теперь электроники уже 9 имеют в своем пассиве. Соответственно, и разница смотрится немножко иначе. 15-9 это всего лишь плюс 6.
для одного из лидеров, пусть, может быть, и временных лидеров, потому что, ну, все-таки на дистанции тяжело будет соперничать APC с признанными фаворитами, но не середняками. Не серьгами. У APC уже есть в активе победа над Энергомашем, есть победа над Бедой. Ну и над Азимутом здесь она несколько бесполезная, потому что победа над Азимутом теперь есть, теперь будут у всех. Но в любом случае и Беда, и Энергомаш с другими соперниками могут сыграть... Ну, не то чтобы могут, а, в принципе, должны играть на победу, на очки и отбирать. У того же Легиона, у того же Голдшарк, где гарантия, что удастся энергетиков останавливать. Сегодня, правда, с ТДК не совсем получилось, с Интером не совсем получилось, но у кого на регулярной основе может получаться с Интером? У APC Дмитрий Рыбкин на поле появился, у него 10 номер. Ну и человек, он не чужой для Динамо и для вообще организации, которая сначала Династией называлась, теперь вот Динамо. Ну уже достаточно давно он команду покинул. Перерыв. Первый тайм у нас закончился прямо сейчас. Александр Морозов отправляет команду отдыхать. Давайте и мы пару минут передохнем, мы вернемся к началу второй половины. Ну что ж, короткий перерыв подошел к концу. Футболисты уже готовы игру продолжить. Динамовцы, наверное, в первую очередь. У APC была возможность какие-то коррективы в свою игру внести. Команда 0-2 проигрывает после мячей Андрея Тынянова. Он отличился на 17-й и 28-й минуте. Ну и сейчас посмотрим. Как игра будет складываться во втором тайме. Для тех, кто только сейчас к нашему эфиру подключился, еще раз скажу, что Динамо играет в бело-голубой форме, APC в бело-черный. И давайте составы представлю, в которых команды начали второй тайм. У динамовцев Гришин в воротах, в обороне сейчас Корнилов, Орлов и появился Василий Янатовский под вторым номером. В первом тайме он не играл, но сейчас после этого момента здесь Голышев сложную передачу остановил, штрафной пробить не удалось, это не на подборе, прострел, и Голышев переправлял мяч в сторону ворот, получилось мимо, но момент хороший, момент опасный. Соответственно, Тыняны играют в опорной зоне. На флангах атаки Денис Киселев и Никита Митин. И Голышев впереди. У APC Дмитрий Яснов в воротах. В обороне сейчас Сабиров в центре, Петросян и Лобанов справа. Мепаришвили... А, не, даже не совсем так. Мепаришвили, Волков... И Евгений Овсяников в центре поля, то есть Волков поднялся повыше по ситуации. Ну а может быть это Сабиров опустился, потому что в конце первого тайма Волков играл на позиции центрального защитника, а Сабиров в опорной зоне. Но здесь они поменялись. И впереди, естественно, Василий Милентьев. Тут столкновение в штрафной Динамо. Корнилов на газоне, здесь все в порядке. Поборолся он сейчас с Василием Милентьевым и голове досталось. Ну а основные события у нас на другой половине. Киселев из-за боковой будет водить. Голышев назад. Инатовский. Тняный. Митин, ну, ходит от соперника, но пока без продвижения вперед. Орлов обыгрывает Мепаришвили, можно в центр сыграть, предпочитает направо. Митин, и здесь, ну, не проходила эта передача, и Орлов столкнулся с Ясновым. Игровой момент, свисток судьи, но
Без грубости. Опасный дальний удар Евгения Овсянникова. Ну, по-моему, Гришин все контролировал, потому что в последний момент, уже находившись в углу ворот, убрал руки и проконтролировал, чтобы мяч рядом со штангой прошел. Так что на опасный момент по-настоящему он не тянул. Продолжает АПС атаковать Мепаришвили против двух соперников. Овсянников и ваут. Мяч уходит от ноги Василия Натовского. Мепаришвили. Подача опасная, но Корнилов внимательно сыграл против Милентьева. Просто не допустил ситуации, когда мяч дошел бы до нападающего. А вот здесь Голышев за спину защитником бросает такую диагональ. И Митин со всей своей скоростью до этого мяча не добирается. Сейчас немножечко более нервный футбол пошел. Мне кажется, что это связано прежде всего с тем, что APC постарался как-то прибавить. А динамовцы ведут, им нужно возвращаться к той игре, которая успех приносила. Мяч контролировать. Доводить все свои атаки до удара. При этом у «Динамо» в этом сезоне уже был матч, в котором команда вела 2-0 и в итоге потеряла очки. Так случилось в игре со «Стеллой». И тогда, кстати, тоже один из голов забил Андрей Тыняный. В начале второго тайма. И так все вроде здорово складывалось. Я думаю, что выводы сделаны были. Два 18-х номера на фланге сошлись. И по мнению арбитра от Орлова, мяч покинул пределы поля. Кирилл Орлов считает, что против него правила нарушали. Дисциплинарный разговор, но без карточки. Вот ведь сила репутации. Арбитры, зная манеру Кирилла Орлова, в этих эпизодах успокаивают футболиста скорее. Не стремятся сразу размахивать разноцветными прямоугольниками. И это правильно на самом деле. Но потому что как бы экспрессивно не высказывался защитник «Динамо». Но сейчас действительно ничего плохого на самом деле он не делал. ABC как-то по-рыгбийному атакует. Все время аут, все время борьба. Да, удалось задержаться на половине поля соперника на какое-то продолжительное время. Ну а толку-то? Ни ударов по воротам, ни каких-то действительно хороших розыгрышей не наблюдается. Здесь, наверное, можно рассчитывать на какую-нибудь ошибку динамовскую. Ну, а один мяч эту игру может поджечь так, что мы с вами совсем другого уровня борьбу увидим. При этом гол ворота Яснова, наверное, совсем интригу убьет. Мепаришвили на фланге. Назад играет Сабиров. Лобанов. Адресов на самом деле нет. Вот попытался на Милентьева сыграть, но там Тыняный классно позицию занял. Разобрался в ситуации за счет длины ног. Перекрыл, в принципе, оба возможных направления для передачи. А другие футболисты, кроме Василия Милентьева, были прикрыты. Киселев
Здорово играет, не подберешься, не отнимешь этот мяч, корпусом все прикрыл, укрыл и, знаете, так еще технично с мячом поработал, стопой. Штрафной, а что еще нужно? Из этой ситуации максимум. Восьмой номер «Динамо» выжил. Голышев исполнит этот стандарт. Здесь у него конкурентов нет. В первом тайме, напомню, Андрей Тынянный блестяще пробил со штрафного. Ну так, как рукой практически мяч в девятку уложил. Что у нас Дмитрий Голышев исполнит? Низом удар. Марат Сабиров блокирует этот мяч. Вбивает его из штрафной. Натовский, Голышев здесь на коротке. Натовский проходит в штрафную. Прострел! И Митин, мне кажется, чуть раньше времени расслабился. Уже почувствовал, что бьет, а в итоге как бы наступил на мяч. Да еще и аут в пользу APC. Ну, здесь вот придется еще раз Александру Морозову объяснять правила поведения на футбольном поле. И главное, какие претензии-то к арбитру. Действительно, мяч от «Динамовца» ушел. Игра, в общем-то, спокойная, не грубая, не жесткая. Результат «Динамовцев» устраивает, а нервов все равно достаточно. У APC замена. Мепаришвили ушел. Кто еще? Сейчас посмотрим. Ну, вышел Рябко. И вышел Тетерин. Значит, еще и Волков отправился отдыхать. Голышев сейчас направо мяч откидывает. Митин, Тынянный в касание правильно все делает. Нужно было эту атаку уже завершать. Динамо пока без изменений. А у APC сейчас на скамейке, в принципе, практически все лидеры оказались. Ну, я не сказал, что Сергей Трушляков сегодня не играет. Он помогает руководить командой. У него гипс на левой руке. Этот сезон пока для него неудачно складывается. Да и для Вахтанга Мепаришвили в том числе. Капитан APC не забил мячей в 4 матчах и не отдал ни одной голевой передачи. 0+0 и у Трошлякова. И во многом это связано с тем, что APC стал играть в 2 нападающих. И больше за счет длинных передач. Но Трошлякова все равно не хватает. Сейчас я вижу, около резервного арбитра разминается Дмитрий Хальнов. Ну, он может заменить кого-то из полузащитников. Но у «Динамо» там разминаются более или менее все. Штрафной сейчас Тынянный зарабатывает практически около углового флажка, но эта позиция лучше, чем корнер, потому что, во-первых, отсюда удобнее бить, а во-вторых, гораздо опаснее розыгрыш может получиться. У мяча Киселев, Голышев и Тынянный идут в штрафную, Чижиков, Митин и Орлов на подборе двумя линиями. И только Евгений Корнилов на своей половине, он против Милентьева играет. Ну вот, розыгрыш, Чижиков бьет, у него удар не получается, и контратаку APC тоже не выходит, потому что Гаик Петросян несколько поспешил с выносом, ему не подсказали, что он один, и может попробовать остановить мяч, а потом исполнить передачу вперед. Так, замены. Ну сейчас смотрим, так, вместо Голышева Валерий Леонов. И Дмитрий Хальнов вместо Евгения Овсяникова. Это у APC. Рябком. Назад. Сабиров. Чижиков не подстроился под этот мяч. И там показалось, что рукой даже себе подыграл. Но в итоге аут. Значит, не рукой, а грудью. Милентьев. Назад. Назад, но после фола. Корнилов все-таки подтолкнул
своего оппонента и заслужил критику от капитана. Штрафной. Анатолий Рябко собирается его исполнить. И еще одна замена. Сабиров поле покинул у APC. И Антон Наумов на позицию правого защитника. Неплохой удар Рябко, но в стенку. Неплохой по силе и по задумке. Так хотел двух футболистов динамовских обвести и в ближний угол мяч направить. Подача. Нет, там Митин не позволяет этой передаче стать голевой. Ну или хотя бы опасной. Хальнов. Нет, здесь чуть-чуть нечетко. В подыгрыше Иван Тетерин действует. 16 минут еще играть. 2-0. Динамо впереди. Яснов, Наумов. Здесь Корнилов на опережение. Удачно против Милентьева сыграл. Наумов назад. Лобанов. Опять поменялись позициями защитники. Лобанов в центре стал действовать. Ну и только Гаги Петросян играет без замен в обороне. И Милентьев в атаке. Вратарей традиционно за скобки выносим. Чижиков сейчас хорошую диагональ выполнил. Так и отправлял в прорыв Никиту Митина. Пас немножечко не получился таким недостаточно сильным, да, скажем так, и не прошел поэтому. Но динамовцы все равно атаку провели. Валерий Леонов ее ударом завершил. Сейчас аут. На левой бровке Денис Киселев будет бросать. Чижиков. Орлов. Нет, здесь Орлов не правильно оценил возможности свои и возможности партнера. Гришин в аут. И замены у APC. Так, Волков возвращается. Ух, Милентьев уходит с поля. Тетерин. Овсяников будет играть впереди. И Волков в линии полузащиты. Где-то так. Неправильно мяч введен из-за боковой. Простой технический элемент. Но, кстати, достаточно много футболистов его неправильно выполняют. Ух, какая передача у Гришина! И Валерий Леонов третий мяч забивает. Игорь Гришин уже не первый ассист в чемпионате делает. Ну и сейчас, конечно, просто вложил в ногу партнеру мяч. Леонов принял его, развернулся и забил. 3-0, и это как раз то, о чем я говорил. Пожалуй, такое преимущество за 13,5 минут динамовцы не упустят. И дело даже не в том, что каким-то тотальное превосходство в классе какое-то есть у команды Антона Тимофеева. Скорее, APC сегодня ничего не может предложить в атаке. Паришвили. Не точно. Орлов выбивает мяч. И его Киселев еще и в поле оставляет. Чижиков на газоне, но нарушений не было. Рябко на Сабирова играет. Тот подает. И Гришин здорово играет на выходе. Тыняный. Леонов. И опять не было нарушения. Лобанов сыграл жестко, но не более того. Вот сейчас момент у Бези хороший. Рябко прострел. Нет. Эта передача не проходила. Правой ноги, я так понял, у Рябко нет. Он с левой-то может пушечно пробить, с правой как-то постеснялся. Решил, перестраховавшись, сделать передачу, и Кирилл Орлов ее прервал. Тыняный.
Киселев. Чижиков. И Корнилов. Но сейчас в контроле Динамо получается играть. И это сразу охлаждает пыл APC. Эти выносы, они, конечно, никакой остроты не несут по определению. Здесь Чижиков просто мяч остановить не смог. А так у динамовцев численное преимущество на чужой половине намечалось. Овсяников на углу штрафной. За счет Мепалишвили пытается обыграть соперника. Там на подстраховке Тыняный здорово сыграл. Киселев. Направо Леонов. Митин. Ах, не проходит эта комбинация. Задумано было здорово. И Митин сразу исправляет свою ошибку в отбор. Вступает достаточно жестко. Но в пределах правил аут в пользу APC. А вот контратаки уже не получится. Так, еще замена. Милентьев возвращается. Овсяников поиграл на острие пару минут. И уступил место бомбардир. Двадцатая минута второго тайма. 3-0. Динамо, наверное, реализует свое преимущество. Это объективно. Преимущество может быть казавшееся небольшим поначалу. Вот так вот из мелочей сложилось достаточно солидное. Я сейчас именно игровой аспект имею в виду. Тыняный еще один штрафной зарабатывает. Индивидуально футболисты могут быть собраны совершенно любого уровня. Но командно динамовцы переигрывают APC по всем статьям сегодня. Чижиков что, пробить отсюда задумал? В принципе, можно, но и розыгрыш с передачей на Зиновьева. А передача идет от Орлова на Леонова. Тот пяткой изящно переправляет и в штангу попадает. Сейчас у APC что-то может выйти. Петросян откидывает налево. Рябко Петросяну нет, не проходит. Все вроде бы неплохо, но чуть-чуть не точно. На первом шаге, на втором, а на третьем ошибка накапливается и становится фатальной. А вот как разыгрывать комбинации надо. Валерий Леонов дубль оформляет, как и Тыняный. Не хочет отпускать своего партнера в списке бомбардиров команды. У Леонова это пятый гол. Ну и все на этом, пожалуй. 52-й минуте. 4-0 в пользу Динамо. Это разгром. Так APC не сыпался даже в матче против Гефеста. Там, собственно, 1-1 держалось почти до последних минут. Рыбкин. Мепалишвили. Лобанов. Мепалишвили. Тетерин. Ну вот, посмотрите, впервые, пожалуй, в матче такой контроль мяча APC демонстрирует и сразу создает реальный момент. Да, последний пас чуть-чуть неточным оказался, но количество вот этих передач в одно-два касания, все низом, через центр, и проходит вполне себе симпатичная атака. Почему так не играла команда с самого начала, это вопрос. Ну и уровень сопротивления динамовцев, конечно, сейчас немножечко иной. Тем более, что бело-голубым на чужой половине тоже многое позволяют.
Здесь показалось, что было нарушение как раз на Евгении Зиновьеве. Его рукой придержали, он в штрафную врывался, но, может быть, арбитру показалось, что уже мяч не контролировал, и поэтому заваливался полузащитник. Снова атаку начинает Леонов направо, Зиновьев. И вот перевести на Митина, проходит эта передача. На ударную позицию сразу не удается выбраться 77-му номеру. Но мяч он сохранил, Тыняный. Зиновьев, вот это поспешный пас, чуть-чуть не готов. Был 33-й номер, его партнеры. Можно было попробовать еще разыграть на поступах штрафной. Рыбкин вперед на Мелентьева. Там Корнилов действует уверенно. Чижиков, Тыняный. Зиновьев. Леонов. У Валерия Леонова сегодня очень хорошее движение. Он постоянно под мяч открывается. Делает рывки с передней линии чуть вглубь. И постоянно получает мяч. Здесь нарушения правил не было. Здесь сыграно чисто. Чижиков, Митин, Чижиков, Митин, Иняный. Очень неуверенно. Сейчас динамовцы выходят из-под прессинга. Чижиков, Митин, Иняный. Неплохо. Зиновьев. Чижиков, Леонов. Вот видите, опять отскочил и сразу с мячом, сразу лицом к воротам разворачивается. За ним не выходят ни Сабиров, ни другие защитники. И опасный удар Митина. Так, с носка неожиданно пробил. Рикошет, заработал угловой. И сейчас замены будут. Леонов свое место на поле Дмитрию Голышеву уступает. У APC... Глеб Волков отправляется на скамейку, и Евгений Овсяников возвращается в игру. За 5 минут до конца. Ну, Леонов 2 мяча забил и может отдохнуть. Голышеву, конечно, не мешало бы тоже отличиться. У него неплохой месяц выходит, но сегодня не лучшая игра. Тыняный хорош в отборе, очень здорово сыграл. Митин на ударной позиции, и Яснов выручает свою команду. Здорово Дмитрий Яснов в последний момент руку выставил и на угловой снаряд перевел. Голышев, ну нет, авантюрный проход. Его Лобанов прерывает, но опять же угловой для динамовцев это все на руку. Голышев подает. Скидка. Ну, здесь фолить не нужно было Зиновьеву. В принципе, максимум, что можно было выбить вперед. Я не думаю, что у APC получилась бы контратака. Тетерин уходит вместо него Петросян. И вы знаете, мне складывается ощущение, что у APC слишком много замен. Но это не похоже на какой-то план. Вы знаете, как ставшая знаменитой фраза «У меня был какой-то план, и я с самого начала ему следовал». Вот здесь как раз наоборот. Такая несколько судорожная попытка какое-то оптимальное сочетание найти. И футболистов дергает тренерский штаб. По 2, 3, 5 минут они играют. Постоянно меняются позициями при этом. Такой ситуации тяжело рассчитывать на какой-то командный футбол. Есть прессинг у динамовцев. Не выпускают они буквально не то что со своей половины поля, а от своей штрафной. Электроников. Рыбкин. Вперед. Но здесь опять в отборе динамовцы хороши. Зиновьев, Ненатовский, Тыняный, Зиновьев, Тыняный. Ну а кто пробьет-то? Митин, Голышев. Ну вот это удар или прострел? APC отбивается.
Митин. С левой ноги пытался пробить, но там большое скопление игроков соперника было. Милентьев и Корнилов против него очень надежен сегодня. Пожалуй, одна, может быть, две ошибочки у центрального защитника «Динамо» были. В остальном переиграл он своего оппонента. Зиновьев, Голышев. Зиновьев, лишние передачи пошли, но это вот от желания сыграть идеально, придумать что-то эдакое, прежде чем пробить. И может быть, это даже мешает футболистам «Динамо», хотя счет позволяет. Ну и, кстати, не сказал, и вот Кирилл Орлов сейчас подбадривает своих партнеров со скамейки. Он не часто уходит с поля, но его отсутствие – это как индикатор того, что матч уже выигран. Я уверен, что если бы судьба трех очков висела на волоске, Орлов бы с поля не ушел. А здесь возможно поиграть другим футболистам. Правда, поиграть немного, одна минута у нас до конца матча. «Динамо» сохраняет лидерство в чемпионате. Понятно, что у «Гефеста» есть матч в запасе. Это промежуточное первое место, но очень важно как раз для «Динамовцев», важнее, чем для «Гефеста», например, потому что «Гефеста» команда уже состоявшаяся, и даже несмотря на то, что приходят новые футболисты, они, в общем, этим победным духом пропитываются сразу. «Гефест» уже и чемпионом становился, и в Лиге чемпионов выступает успешно, да, наверное... Прошлогодний финальный матч и вот эта серия пенальти, такое разочарование, но, понимаете, когда каждый год, ну, полуфинал или финал, плюс в чемпионате, там, четвертое место, а перед этим были медали, финал кубка, то есть, в общем-то, «Гефесту» первая часть нынешнего розыгрыша не так важна. Вот для «Динамовцев» для обретения уверенности необходимы такие победы. И сегодня мы «Динамовцев» поздравляем. 4-0. В общем, все по делу. Я думаю, здесь в превосходстве бело-голубых никто не сомневался на протяжении всего матча. И футболисты APC, я думаю, в том числе. Будем прощаться, друзья. Для вас эту игру комментировал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги.